Первый раз вижу. Вообще. 15 января. Змея ползает. Вот мы стоим на рыбалке. И змея вот по полю ползает, по снегу. Охренеть. Вот точка стоит, озера. Сами сейчас. На улице мороз, вон она, язык вытаскивает. Вон она. Откуда она взялась здесь? Что это происходит на нашем свете? Змеи зимой по снегу ползают уже. Вообще, может, что-то непонятное какое-то. Видать, в зимней шубе, в натуралке. Да? Что ты смотришь на меня-то? Охренеть можно. Вон, стоим, едем, не поймем, что такое, ветка шевелится. Думали, ветром, а это змея, оказывается. Он язык вытаскивает. Ну что ты? Не кинешься хоть? По снегу змеи ползают. Вот так вот у нас в Астраханской области. Рыбалка. Это пологая жизнь.